Как можно сэкономить тепло, газ и электричество, показывают на первом этаже мэрии. На время проведения Дней устойчивой энергии до 18 июня здесь открыли выставку энергосберегающих технологий. Предприятие «Моторсич» представляет новую разработку – газотурбинный энергопривод с выносной камерой сгорания, мощность 2,5 мегаватта. Этот привод может применяться для мусороперерабатывающих энергетических комплексах, также в любых вариантах использования малокалорийных газов, шахтные газы, металлургические, бурый уголь, то есть все, что можно сжечь, скажем так. Более 20 предприятий демонстрируют солнечные панели, гелиосистемы, различные генераторы и все то, что может успешно быть использовано в хозяйстве. Пользоваться безоплатной солнечной энергией на сегодняшний день – это самая передовая технология, скажем, электростанции солнечные и тепловые коллекторы, да, солнечные на сегодняшний день уже внедряются в коммунальных предприятиях области, в частности, город Бердянск на сегодняшний день самый передовой, в котором мы проводим различные внедрения. Выставка рассчитана прежде всего на тех, кто может сэкономить на расходе энергии. Это ОСМД, ЖСК, предприятия и организации. Хотя кое-что полезно будет знать и рядовому потребителю. Вот, например, такая модель теплоэлектрического генератора. Горение одной свечи достаточно, чтобы запитать на какое-то время электрическую лампочку или даже зарядить мобильный. Так что, в принципе, энергию можно извлечь откуда угодно. Главное – уметь это делать.